коллеги. Меня зовут Евгений Камбер, и я технолог, представитель ЮПО в России и странах СНГ. Сегодня мы будем использовать материал ЮПО в процессе кузовного ремонта. На нижнюю часть крыла мы будем наносить шпаклевку «Фантастик». Это облегченная шпаклевка. Подходит для большинства типов поверхности, гальваники, оцинковки, большинство типов пластика, металлическим поверхностям. Сохнет 20 минут, легко обрабатывается. Мелкозернистая, можно использовать как финишную, так и наполняющую. Негигроскопичная, за один слой можно наносить до 5 мм. Шпаклевка «Фантастик» есть в пакете, есть в банках. В пакете удобное то, что не попадает ни песок, ни воздух, очень легко перемешивать. Правильная дозация по шпаклевке и отвердителю.